Он не на тебе был, а на сове. Там сама метка безликого, она не получает урон. Получают те, кто вокруг на 20 метров от метки. Из них жизнь на босса вытягивается. Блять, бежать теперь полчаса нахуй. Вези меня. Я опаздываю. Там даже проанонсили пук дракона. Очень много урона лутаете, мы высыхаем. Не сладко тебе вытягиваем жизнь. Да и, блядь, соплёй ебаный. И сама метка слишком близко, ебать, давайте вам подальше поставлю. Типа метка это просто, ну, визуально, вы должны сами, типа, видеть, даже когда выбегаете, чувствовать. Это чисто так, поставили для тупорылых, ебать. Поставь дальше. Да тут вообще метки нахуй не нужны, тут нужен мозг. Бегайте в Долоран, блядь. Хотя урон получать не будете. Давайте бафы раздаем. Подтягивайте сюда быстрее все. Я говорю, попробуй, ну, самое. Удамир с этой, с печаткой света. Она здесь заебись хилит. Ты вообще, по сути, ману тратить не будешь. Миша, тыкни не печать мудрости, а печать света. Что? Че свет? Правосудие света там надо. Ну? Ну это просто желтая джага. Не печать мудрости, а правосудие, блядь. Это желтая хуйня, и джагу желтую кидаешь, и все, блядь. Она будет сама хилить, блядь. Ну так ее хапал всегда и кидает. Потому что, наверное, я не буду доставать по человеку, который выносит. Тяги. Давай остановим меня, плохо. Если вы будете нормально. А у тебя печать мудрости сейчас включена. Ну печать, она на 5% снижает стоимость заклинаний. Да, у меня тоже пишут печать мудрости. Ну, у меня на нем включена печать мудрости. Мы про разные вещи, Миша, говорим. Не про джагу желтую, а про печать мудрости. Да. Хуйня, печать, которая, блядь, хилит. Печать света, когда ты долбишь, ебать, с руки, у тебя хил по рейду идет. По рейду от правосудия идет, а от печати только для паладина идет. Короче, чек Пуля. Даю, давайте пулять, времени нету. Да. Бафы проверили, кулака нету, Никита. Ой, Никита, Миша, бафай быстрей. Не ебулите с бафами, тут, блядь, бить этого долбоеба 3 минуты, вы, блядь, слакаете. Смотрите внимательно за дебафами, блядь. ДБМ все пишет. Чек на пул даю.
Миша, походу, сломался. Да он пьет. Нет, поехали. Да вы хуярите, ждите, блядь, метку, нахуй. Пока метки нет, ДПСить не надо. Все равно нихуя не дамажите без нее. Сейчас скоро будет метка далекого. Смотрите. Арчелла. Юрчела. Юрчела. Поанонси эту хуйню всю, Саш, чтобы мы, блядь, убили и разошлись. Я просто не могу, блядь, туда смотреть и видеть. Хотя, блядь, хуй знает, получится, не получится. Сейчас посмотрю. Просто сопли метка будет. Пук дракона ушел. Пук дракона. Внимательно смотрите, сейчас метка будет. Хао. Скоро в миллизоне. Стопнули клиф. Нужно собираться будет сейчас. Просто бьем босса точечно. Все, отошла. Сейчас будет слетаться скоро. Смотрите внимательно. Так, собирается. Блять, кто разбил? Ну ёб вашу мать, блять! Сука! Зайдите нахуй в лужу, сдохните, блять! Говорю, сейчас будет собираться, блять. Все, все начали хуярить на все бабки, блять. Она же еще не собралась, все только готовится собираться, блять. Ну, глянь, сколько ударил. Да там все, блядь, били, пока она подлетела, отлетела. Как я посмотрю, кто ударил? Пук дракона, 10 тысяч. Кстати, скажите, кто ударил. Элим, 17 тысяч. Пук дракона, 10 тысяч. И Химзер, 6. Ну, 3 человека. Сейчас я скину вам все равно. Блядь, вот так охуенно шли, пиздец, блядь. До 20% довели, он сейчас бы собрался, Геру дали, убили, блядь, все, он сдох, ебать. Смотрите, это заработало. Феникс заработал. Боюсь, что-то отдуплился. Какой Феникс? Да, видишь, я его линкую. А, Дон? А нахуя звездопад давать? Ну, как-то я не мог как-то бить, я был чисто босса. Ну, ты анхолик, у тебя бродячая чума, я так полагаю.
То есть это типа сколько за раз, ну, за одну метку отхиливает человек 8. Да то что там нахилили, сейчас нахилили хуйню, сейчас классно все было, блядь. Ну чума не шотает тут на цель. Не шотает, но побил. Смотрите внимательно за этой хуйню, не расслабляйте булки, ну ебаный в рот, ну блядь, мы ж не первый раз сюда пришли, блядь. Тем более, он Никита уже 10 раз говорит, ему спать надо нахуй идти. Пиздец, блядь. В чем проблема? Собраться, блядь, и 2 минуты посмотреть внимательно в ебаный монитор, блядь. Там чума, короче, у тебя мораль, ну, ты подъебашила там. Так все равно, что она не ушотала. Даже так, чуть-чуть бы подтикнула и все. Ну, 17 тысяч тикнули. Ну, а 3 человека подтикнули и все. Тикнуть на 18 тысяч. Сам вообще не нажимай застопад. Какой нахуй застопад? Ебаный. Тут все собрали споры, и просто чума пошла и все. А чему, блядь, я нахуй играю фуриком, у которого, блядь, клиф есть? Егор играет ретриком, у которого клиф есть. Мы, блядь, не бьем нахуй. Ну тут Паша тоже цепной молнии на 6 тысяч ебаный. Ну вы нахуй не видите спору или шо? Они просто не знали, что если убить спору, то хэма не будет. Теперь знают. Охуенно, блядь. Ну это я с сарказмом сказал, блядь. Может они и знали, но что-то подзабили хуй. Давайте быстрее, вас ждем. Выключай, Никита, аспект, пристабав. Ты знаешь, хуй ты, сука, я заебался засидеть. Пуляй. Шевелите, блядь, ногами. Вторая метка. Приготовьтесь. Он меня ушел. О, красиво. Все вправо, я налево. Здравствуйте. Ноль урона. Космонавт, блядь. Али, передай вернуться, значит. Прожми, Слава. В мили-зоне спора. Старфол не давать, нахуй. Мор тоже не клацать. Все, отлетело, милики, можем чуть-чуть покливать, блядь. Возвращается, стопнули клив в мелизоне. Стойте на месте, нам меня кинулись. Не могу? Кливать, точечно бьем. Могу отвезти. Не надо никуда водить. Только говорите, ману, там все не проебите.
Пора, смотрите аккуратно, рядом с мелизоной. Пора должна метка быть. Верчело. Верчело, поставь где-нибудь портал, чтобы ты его выносил быстро. Смотрите аккуратно, спора опять там рядом с мелизоной. 2 секунды нахилю. Так, собирается, приготовились. Не кливать еще. Готовь на пул. Поехали по мобу. Геру дали, работаем. Припоты выпили, всю хуйню. Не гиблить со стаками. Охуеть, ну вы что, конченые нахуй или что, блядь? Паша, блядь, снимись нахуй с ручника. Дай ему БР. Блядь, вы что, задрачиваете или что? Пошли, летит скоро. Дефендерс оносит. ДЛМ не анонсит, когда нахуй моб вышел, блядь. Следите нахуй. Да, я подошел. Собрались. Ну, да какого ты... хуя она сюда летит? Выйди кто-то с мелизоны, блядь. Владимир. Сдох, блядь. Славу хильте. Выйди, Егор. Бейте как хотите, мне насрать. Если вы не банутые, нахуй, слепые, я не могу ничего с этим сделать. Нашел без маны. И других почти без маны. Ну, я без маны хочу. Мне есть чем хилить. Ну, блядь, Паша, ну ёбаный рот, ну опять такая точно хуйня, блядь. У меня нахуй нету слов, блядь, просто, блядь. Давай, пизда, умрём. Нахуй побегать его, блядь, стоит, выпускать без маны. Да пробуйте уже. Не надо, чем метки, пробовать? Блядь. Все без маны, блядь. Чем без... пробовать? Кто будет пробовать? Слава его себя сам добьёт, лям 200. Не надо, блядь, без метки дамажить. Зачем я, блядь, я стою, смотрю, как метка упала где-то левая, стоит лох хуярит. Я спросил, блядь, тактику ты знаешь, ты мне что сказал? Да! Бить надо только в луже, блядь. О, блядь, просто лямма. Паша, лям на хил. А хим дали ты. Типа вот это то, что тут за один раз это. Зайди на мага, Антон. Урона просто ебанистическое количество. Вообще лок как бы по ДПСу второй. Не знаю. А что это такое, смотри. 800к и написано в скобочках без 50% дебафа к хилу. Значит, не срезали дебаф, не вешал хант.
Я потому что он, блядь, в сурве, блядь, в ебаном, нахуй. Ну, это хуйня. А, это типа он 800-ка нахилил, да, и то, что не было этого прицельного на боссе. Так было бы 400. С Рогой или с Рамсом. Понял. Там, короче, знаешь, что было понятно, вот есть... Сейчас там Аркан должен ебочка залезть нормально. Есть механика. Протокола не будет. Есть механика. Антон, ты зайдешь? Он метка тут вообще нет. Метка не присте упала всего лишь один раз, только потому, что я когда возвращался, блядь, вынося вытягивание, она, блядь, на меня прокнула сразу. Просто стопните и все. Тут, блядь, нам ДПС хватает с головой. У нас до берцы было 5 минут, ебать. То, что вы не побьете там без метки 20 секунд, это ничего не будет. Если за 20 секунд не бить, ебать. Тем более, там, во-первых, не 20, там секунд 5, нахуй, 10. Пока лужи нет, бить нельзя. Потому что будет такая хуйня, как случилось сейчас, что вы сосете хуй без маны. Они еще бьют без лужи, типа, хуярят похуй, да? Ну, походу, да, блядь. Ну, как нахуй лок мог сесть по мане, блядь? Там, короче, знаешь, какая фигня работает? Вот если под боссом ты стоит, как... допустим, 6 человек... Зайти на мага, он не тут. Он зайдет сейчас. Он кидает только... ту часть, где меньше рейда стоит. То есть, если кучка стоит 6 человек под боссом, то он всегда... После смерти, будет... блядь, потому что лужи, пока я были в минус-2, потому что было минус 2, ебать, РГДшника. У них механика такая же, как и на Тухлопузе в СЛК, ебать. На Гниломорде. Или Гниломорде. Ну, короче, где вот эти... Нельзя это... стоять всем в мелизоне, он да. будет метки хуячить в мелизону. Там, знаешь как, типа, если, наоборот, мало в мелизоне будет стоять, допустим, если 3 в мелизоне, если а 7... сейчас... Вот не было бы смерти, он бы кидал бы так дальше в РДД. Там нужно то ли 4, то ли 5 человек в РДД зоне, чтобы он кидал все там. Одна треть. Треть рейда. В 25-ке 8, в 10-ке 3-4 человека. В меньшую пачку он будет кидать всегда метки. Если в РДД будет 6 человек, он будет в мили-зону хуярить. У нас 5 на 5. Тогда хуй знает, как он кидает. Мне похуй. Но вот сейчас, когда начали люди сдыхать, я начал ебашить в мелизону. Надо у разработчиков знать, не похуй, блядь. Ну, я знаю, что, блядь, если люди падают во время трая, нахуй, это не ХМ, не... Грустно, ребята, грустно. Это пиздец, как грустно, нахуй. Да грустно пиздец, что в глаза ебутся, блядь. Шо нахуй сложного, сука? Налево, давай, направо отбегать, блядь, и назад. Пиздец, ебать, это просто надо сверхспособности нахуй иметь. Вообще нихуя сложного. Убивается, блядь, закрытыми глазами. Вот пока покурю. Чё там, замена будет какая? Или чё, расходимся? Сейчас зайдёт Антон на мага. А вот это Химдаль, это кто? Это чей твин? Марлу это. Блять, ну что-то он слабо дамажит, я хуй знаю. Или вам только учишься играть, или умеешь, или что? Просто по сравнению с Локом, блять. Или на хила у тебя шмота много. Вот МП5 шея, допустим. Да, у тебя на хила шмота дохуя, башка говно. Меты нету. Кольчуга
Наручи говно. Это все на хила, блядь. Или ты не переоделся? Кольцо тоже, блядь, сменить надо, блядь. Вон, блядь. МП5 это... Ебать. Тапки. Ну ты полностью что на хила одет просто. Посмотри, там с МП5 дохуя шмота. Конечно, ты ДПС не будешь давать. Я, конечно, в лемах не шарю, блядь. Может, когда-нибудь поиграю. Тоха, ты зашел, нет? Присоединяйся, блядь, к нам. А, вставь. К нашей сумасшедшей компании. Каф. Лок. На пула теперь нету, тыкай по КД просто, блять, ЛП. Да, ебать, у меня проблем с его не будет никогда. Давайте бафы раздавайте. Тут не такие ДПСеры, чтобы с меня срывать. Сейчас аркан будет рвать. Да, блять, пускай попробуют. Что там у тебя, Антон? Искусные чары одна, это уже заебись. Вот без давай, искус... ешь рыбу, блядь, пополняйте фулману, проверяйте бафы. Давайте убьем это дерьмо и расходиться. Мы, блядь, туда так час нахуй лишний висим. Быстро шли, блядь, охуеть, как быстро мы идем. Просто пиздец. Что там все подошли? Да там состав не тот, блять, понимаешь, чтобы траить его. Чек на пул даю. Даже если тот, вон шамана шмот посмотрел. Я готов, поехали. Работаю. Хорошо. Метка. Лок, нажми раскол души. Раскол по КД клацай. Чело. Он дохуя за хил. Портал ставь, не забывай.
Лям ему захит. У нас дебафа нет, если чё, типа, ну, на минус видит хил. Смотрите, аккуратно, спора в мелизоне. Клиф стопнули, просто бьем босса, блядь, точечно. Смотрите, в мелизоне опять спора, стопнули клиф. Еще в мелизоне спора появилась. Точечно бьем босса. Ну аккуратно, кто там спору бьет? Говорю, точечно. Собирается. Не вливайтесь сразу, по-моему, пускай он наберет агро. Ирчел, раскол нажми. Ну тебя же откатился, ты просто не нажимал. Поехали по мобу. Гера. Заносите воду, я буду наносить. Смотрите внимательно за этой хуйней. ДБМ анонсить не будет, блядь. Да, убежали, ебать, вы че ебнулись, блядь. Теперь стойте, блядь, не кастите, ждите нам. Встаньте все в крест. Лужи нету, не бейте. Ждите лужу. Перебежали. Ерчело. Метка. Перебежали. Перебежали. Все, сейчас ДБМ должен заработать. Войд, прожмись, разверни его. Прибежали. Пэрить будем? Подымай мага. ДБМ не работает во время моба. Да не, у меня не сильно. Будь драконом. Перебежали. Скоро метка будет, смотрите. Внимательно смотрим за меткой, блядь. Абу-Даби выпрыгнул. Убежали, 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 убежали. Вернулись. Убежали. Я тебе скажу так, если б Никита был бы не в ебаном сурве, а в ММ, мы бы его убили б нахуй с первого трая, блядь. Когда 4 ляма нахилили, блядь. А у него есть прицельный? У него есть талантов прицельный. Есть, но он его не брал. Есть, есть, есть. Ну, спина, конечно. Ебать! Кроме тебя никому не надо, потому что Никита ушел. Шея надо кому-то? Быстрей, крит МП5. Ну? Паша, тебе даю, распылишь. Копье. Арпа, меткость. На медведя, да? Угу. В четвертом месте. Нормально, 75 тысяч дал. Так красиво я сходил, блядь, ебать. Бисовая спина, спасибо, нахуй. Это мы получается, специально вайпали, чтобы Никита, короче, ушел спать, и ты залутал с минусом. Спасибо.
Это выворачивает. Дай портал Долоран. Нормально себе, лут, кстати, падал. Я даже как красивый. Нихуя не залутал, нахуй. Вот так вот, блядь, ДК танка одевать. Да, с токенами тебе очень повезло. Вообще пиздец. Мне морали там отдал, блядь. Пускай ДДшника доденет. Ну, хочешь, могу отдать, 25 минут осталось. Не, одевай ДДшника.